На помощь в сложной ситуации придут добровольцы. Пожилые люди, у которых нет возможности обратиться к родственникам, знакомым или соседям, смогут сделать заявку общественникам. Также на поддержку активистов могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями здоровья и просто одинокие северяне. Закупка продуктов и приобретение лекарств, в том числе возможные вопросы по помощи за уходом за домашними животными. Ну, грубо говоря, любая помощь, которая может понадобиться этим людям. Помогать будут три организации. Это волонтеры-медики, волонтеры Победы и Общероссийский народный фронт. Оставить заявку можно по телефону горячей линии общественного движения. Номер 8 800 234 11.